фонарик включился. Всем привет! Я купила краску, наконец-то. Но я купила вот такой вот натуральный русый. Потому что я посмотрела, я хотела немножко посветлее, чем у меня было. Но я посмотрела, цвет был темно-русый, шоколадный. В принципе, они идентичные. Поэтому я взяла натуральный русый. Но, скорее всего, хорошо, если будет вот такой. Но что-то мне подсказывает, что я все равно буду рыжая. С рыжим отливом. Так, еще взяла вот такой клей. Наконец доклею сегодня свой чемоданчик. Да, вот такие вот дела. Что ты делаешь? Что ты кончаешься? Ты всю футболку мне изживал, а? Мамин запах, да? Божечки мои. Что творится-то, а? Съешь футболку, да? Ну, ешь. Угомонился, нет? Хищник. Что делает, а? Чудовище, что ты делаешь? Ты представляешь, как ты меня кусаешь, да? Хищник. Ой, хищник. Ой, хищник. Все? Нет, не все. Ну, наслаждайся. Хищник. Всем привет. Помните, я говорила вам, что возьму себя в руки и продолжу ремонт? Вот, я приехала, наконец, в Леруа Мерлен. Сегодня, правда, выходной день, и народу здесь, наверное, будет много. Но, тем не менее, я сюда приехала, я уже на парковке, и я иду покупать. Но единственное, я забыла с собой взять кусок плитки, чтобы посмотреть, какие подойдут плинтуса. Ну, посмотрим. Если я почувствую, что его надо брать, я его возьму. Если нет, значит, в следующий раз. Но главное, нужно купить краску, землю. Ну, в общем, все по списку, что нужно купить, мы сегодня будем смотреть. Все, я ушла в Леруа Мерлен. Плинтусов нету того цвета, который надо. Все мои покупки. Боярышник. Такие цветочки. Морозу точно нет. Цветы тоже какие-то печальные. Мебель не понравилась.
хорошенький. Не купила я там ничего. Ну, когда там все очень печально. Не знаю, мне кажется, шиповник за 230 рублей. Ну, не знаю, короче, я ничего не купила. Плинтуса тоже не купила, потому что... Ну, вот именно такого серого цвета, как я хочу, нету. А немножко, похоже, есть, но... Но это немножко не то, что мне нужно. Конечно, в следующий раз поеду... с плиткой, потому что это моя ошибка. Кусочек плитки надо взять, конечно, нужно прислонять и смотреть сразу, подходит или нет. Ну и, собственно, купила хризантемы желтые. Ну вот захотелось мне желтых цветов, почему нет. Купила горшочки, два горшочка купила, землю купила, купила краску. Ну то есть для ремонта кое-что купила. По крайней мере, покрасим уж точно. Тут постоянно какие-то типы на парковке странные трутся. Не знаю, что они ходят, может быть, что-то высматривают, либо что-то предлагают, но они тут ходят. Все, дальше я сейчас поеду в Раменское, мне нужно посмотреть кроссовки. Ну вот, сегодня какой-то день шопинга. Стою, пока тут небольшая пробочка. Я покрасилась, но... Ничего не видно. Завтра волосы распущу, покажу вам. То я сегодня в таком пучке. Ну, не то чтобы жарко, сейчас уже не жарко, просто ветер очень большой. Знаете, когда ветер, тоже лучше волосы забрать, потому что иначе они все у вас во рту. Я все еще пытаюсь поехать, доехать в Раменское. Здесь пробка, еду в объезд. Пробка. Покажу. Видите, тут это объезд. Я в объезд еду из Люберец по... По-моему, он Егорьевское шоссе называется. Ну, вот здесь вот, видите, такой заторчик. Несмотря на то, что сейчас 2 часа, суббота, но, видите, люди все равно едут на дачу. На Новорязанке там туда вообще суваться не стоит никогда, мне кажется. А вон там, сейчас мы немножко дотянемся, стоит псевдомашина полицейская. На самом деле это картонная изготовка. Я не знаю, в каких странах еще это делают. Я даже не понимаю, для чего это. Чтобы пугать людей, наверное. Но, ну, в общем, сейчас мы немножко доедем до нее. Я вам ее поближе покажу. Вот чувак взял, так вот объехал, заехал с той стороны. И поэтому мы едем меньше. А еще там вон такой прикольный плакат повесили. Мусор бросают только свиньи. Не знаю, увидите, с какой стороны показывать. С одной стороны плакат, с другой стороны макет. Макет полиции. Вот полицейский картонный. А вот макет про свинок. Макет. Плакат про свинок. Видите, со всех сторон езжают, несмотря на то, что это только усиливает пробку. Тут вообще как бы одна полоса, но видите, получается, что с трех едут с трех, и потом еще идет сужение, и в итоге из-за этого получается пробка. То есть вот люди, которые вот так вот едут, они думают, что вот здесь они 5 минут сэкономят, а там в итоге все будем стоять. Ну, в общем, еду в Раменское. Я не купила в итоге из обуви. Ты посмотрела, то мне не нравится, это мне не нравится. Короче, вообще я не люблю шопинг. Я люблю онлайн-шопинг. Когда ты выбрал, все быстренько посмотрел. Если тебе нужно, отложил. Вернулся и заново все выбрал. Как-то такой живой шопинг это не мое. По крайней мере, точно не магазины одежды. Еще строительные магазины. Еще куда ни шло. Продуктовые, ну тут уж куда деваться. Кушать-то все равно хочется. А вот одежда не мое. Ладно, значит, закажу в интернете. Все, сейчас поеду в сторону дома. Ну и буду пересаживать мою астру. Мои желтые астры. А, нет, не астры, это желтые хризантемы. Вот у меня не было желтых цветов.
Дома теперь будут. Вот захотелось мне желтых хризантем. Вот бывает так. Все, ладно. Хватит трындеть, поехали в сторону дома. То время уже 4 часа. Садим цветочки. Видите, вот моя хризантемка желтенькая. И пересадила, не знаю, как называется, беленьким, короче, цветет. Тоже вот сюда. Завтра я поеду еще раз. Мне нужно еще взять два таких горшка. По-хорошему, два такого цвета и один такого. Потому что я пересажу вот этот. И еще две хризантемы у меня остались. Смотрите, я их пока сюда поставила. Ну, то есть там в этом, не знаю, как, горшочке маленьком, короче, там было три кустика. То есть по факту можно посадить три горшочка. Поэтому завтра поеду еще с утра горшочки возьму. А эти горшки оставлю под, не знаю, под томаты, под что-нибудь такое, что можно, ну, вроде они неплохие, но уже никого не отмоются нормально. А под овощи, фрукты, овощи, фрукты, ну под зелень, под томаты нормально пойдет. И вот это тоже денежное дерево пересажу, тоже куплю такие же горшочки. Они, по-моему, 94 рубля в Леруа Мерлен стоят. Что мне нравится, это поливать можно снизу, что соответствует, что вы можете на неделю, на полторы оставить цветы, и ничего с ними не будет. Так, у меня вылез один базилик. Смотрите, вот он. Один, второй. Так что, может быть, и базилик еще вырастет. Это наша руккола. Видите, бодрячком. И горчица тоже бодрячком. Зеленушечка растет. Хризантемки тоже. Красота. Да? Помощник.